Встаем. Туру. Маминой с папой кровати. Поваляшки. Где наш Герман? Вот он и носик. Смотри. Всех поцеловала. Это твоя. Держи. Все дети не чистят зубы, а едят вкуснейшую пасту. Ой, я уже накинула кофту, сама стою в шортах. На самом деле, я не знаю, как в понедельник утром снимать влог, потому что нужно столько всего успеть сделать. Так, и бывают такие моменты, когда вот Робик просыпается раньше с Германом одинаково. И мы начинаем бегать по кухне все вместе втроем, готовить завтрак, собираться. Пока на улице не так холодно, мы гоняем на нем, на папином самокате. Круто тебе, Гер? Круто. Все, давай сандали. Давай. Рюкзачок наш вешаем в шкафчик. Так, все, а я суп. Давай, беги. Это хоть я ням-ням, но это не очень собраться. Нужно пойти на кое-какую съемку. Я пока говорить не могу, какая. Но нужно это все сделать за 15-10 минут. Собраться и выдвинуть. Пойдем? Пойдем. И я иду. Ужас, смотри, сколько у нас обуви. Как будто у нас живет 300 человек в квартире. Ой, ребята, я говорю, понедельник просто день сумасшедший. Я даже сегодня позавтракала. Нас позвали на съемку одного такого социального проекта небольшого. Ролик я потом вам покажу. С ночи я забыла поставить свой телефон на зарядку, поэтому у меня 1%. Я должна со столькими людьми сегодня еще встретиться. Я не знаю, как это будет выглядеть. Я потом, наверное, найду какую-то кафешку, попрошу позаряжать мой телефон. Ну, все как обычно. Вот. А так что мы побежали на данную минуту вот так вам. Бум, 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 бум. Иди сюда. Сладун. Мы зашли зарядить мой телефон. Вы не поверите. Ребята еще не подошли, но нам надо зарядить срочно телефон. И зашли выпить какао и съесть круассан. Да, тебе дадут сейчас все. Никогда не начинайте завтрак с какао. Никогда. Да, он заряжается. Ничего нового, как обычно, везет с погодой. Либо солнце, либо дождь у нас. Поэтому мы сейчас должны снимать в дождь. Я еще такая здоровая. Но так круто, на площадке никого нет. Это очень большая удача. Сейчас я тебя засекатю. Ого! Кто тебе? Слушай, драться вообще-то нехорошо. Я сейчас знаю, что тебе за это сделаю. Ты готов? Раз, два, три. На старт, внимание, марш! Вот, собственно, кто меня звал, мы снимали сколько? 1.5 или 2 часа, успел дождь пойти и закончиться, мне очень холодно. Что мы снимали, скажи? Мы снимали очень классный ролик, да, социальная тематика. Я вот правильно утром сказала, да, что социальную тему есть. Когда я попозже, когда смонтирую этот ролик, обязательно ставлю его во влог, и вы увидите, о чем, собственно, это было. Но было очень круто. Да. Спасибо, да, тебе большое. Да, мне спасибо, всем спасибо. Да. Все, Робика я отправила спать, бедный малыш со мной сегодня куролесил. Сразу на корню рубим, что у меня есть помощница несколько раз в неделю, которая помогает мне с малышом, чтобы вы не теряли, куда он так делся один. Я иду встретиться с Катей, потом еще с одной девушкой встречаюсь по работе, нужно кое-что обсудить, и продукты надо купить домой. Вот. У меня год, думаю,
какая прелесть. В общем, вот это основная коллекция, базовые вещи. Сережки, это сережки. Непривычно. Все, я уже убежала от девчонок. Не поняла, нашла ли я для себя украшение или нет. Пока оставила эту тему открытой. Я безумно хочу есть, девочки. Просто у меня сводит весь желудок, я с утра не ела. Одним магазином никогда ничего не заканчивается, поэтому я забегаю домой, оставляю этот и бегу в другой. Так, а сейчас мы с вами в магазине «Вкус Вил», в котором я в основном покупаю молочку детям и всякое мясо, рыба. Я не знаю, что делать. Я в последнее время подсела на вот эту гадость от доктор Кёрнер. Это хлебцы, и здесь немножко сверху полито шоколадом. Но я не знаю, что делать. Так и хочется это положить себе. Значит, яблочки, что еще? Да, а груши жесткие? Ну, сочность. Да, нам вот надо сегодня шарлотку приготовить. Короче, сейчас нам нужно приготовить ужин мальчикам. Я предлагаю им сделать курицу в сметане. Как это называется правильно? Поджарка? Я не знаю, как это называется. Вот это да. Здрасте. Опять разбудили. Вот это у тебя тут теремок. А он у меня на ручках. Как у него самочувствие? Поорать. Раз уж весь день идет шиворот на выворот, то непонятно, в каком часу я хочу позавтракать, обедать и ужинать. Короче, какао я тут не допивала, вы знаете, и как-то ничего больше не удалось схватить. Поэтому я хочу съесть яичницу и возьму у ребят, у мальчиков свои немножко поджарки. Все. Да. Яичницу. Как? Сидеть. Лежать. Сидеть. Дай лапу. Молодец. Не кружись. Кружись, кружись, кружись. Ника, суслик, суслик. Молодец. Слушайте, это ужасно, когда ты вышел из дома, буквально, не знаю, прошел 10 метров, тебя окатили водой сбоку, а еще ты тащишь сапоги, куртку, и твой большой палец на ноге уже мокрый насквозь. Я не знаю как. Я опять пришла в садик, и Герман мне говорит: мам, я еще чуть-чуть поиграю. Посиди, подожди меня. Да. Пока обсохну. А ты не умеешь молчать? А ты умеешь? Ты знаешь, что там дождь идет? Да. Знаешь? Хочешь потрогать мою руку? Теплая? Холодная. За животик твой. А силу где столько взять? Мы с тобой супер команда. Ты в желтом, я в желтом. Конечно, после садика мы обычно ходим гулять. Но погода не летная. Поэтому мы будем сидеть дома сейчас вот нарезать хлебушек. Мы с мамой сидим дома. А вы как сильно замерзли? А вы как сильно замерзли? Мы шли, это просто был ад, как было холодно. И вот так мы играем в трек уже, не собрать вам дня три. Это трек вот
Hot Wheels, и Герман и Робик просто в восторге. Кто готов? Кому еще? Он целовать пришел. Давай. Спокойной давай. Ночи. Целуй, папа. Гер, поцелуй, он тебе говорит, пока, целуй. Все, пойдем. Пока, Робик. Пока. Пока. Давай. Ты пакет уронила. Залезай к себе в кроватку. Залезает Робик. Носочки только надо будет. Вот так один носок. А второй? Вот так второй носок. Вот так. Сейчас включу тусклый свет. И вот на такой ноте, когда я буду укладывать Робика, я хотела с вами попрощаться. Сегодняшний влог будем заканчивать. Возможно, он был какой-то сумбурный, но такая моя жизнь. Вы должны были уже ко мне привыкнуть. Спасибо, что смотрите неделю влогу. Спасибо, что ее ждали. Что будет завтра, мы увидим завтра. Все, пока. Пока-пока. Пока.